Окей, друзья, всем привет, с вами я, Павел Первый, мы будем играть сегодня в Pogo Inc. На Новый год, кстати говоря. За время, то время, которое я не играл в него, в эту игру, то есть вышло много обновлений, и появились кастомные сценарии, официальные сценарии, много-много других режимов, в том числе мультиплеер. Но меня больше интересует именно это, поскольку тут есть помощник Санты! То, что нам надо. Мир стал скучным. Правительству запретили смех и праздники. Люди одеваются в серое и проводят все время на работе. Черв Нерокс и Санта решили заразить весь мир весельем. Сможет ли помощник Санты совершить чудо? Узнаем, давайте. Я 100 лет не играл и не помню даже что да как. Ладно, давайте попробуем. Christmas. Мир темный и безрадостный. Каникулы, смех и праздники запрещены. Мир стал настолько унылым и скучным, что даже черт Нерокс загрустил. Он решает спасти человечество и снова сделать его счастливым. Веселье уничтожено. Заразите весь мир счастьем. Задание не из легких. Люди больше не путешествуют, а радость приравнивается к преступлению. Выберите, где Нерокс должен начать свое чудо. Так. Как-то весьма странно ведет себя это. Каникулы, смех и праздники запрещены. Мир стал настолько удобно скучным, что... Да я уже знаю я. А с какой стороны нам бы начать? Давайте с нашей. Так уж и быть. Xmas 3 приносит благо. Xmas 3 способствует повышению уровня счастья инфицированных. Счастливые люди стремятся заразить остальных и не желают участвовать в разработке лекарства. Давайте вспоминать, что да как. Понял. Блин, прикольно. Ха, штука хорошая, кстати. Понял я. То есть наша задача просто сделать всех счастливыми в мире. Ну давайте ускорим. Ничего, народ, скоро вы все будете счастливы. Это не должно быть сложным. To find out more about country, click the country name at the bottom. Понятно. Просто сказано. Искать, узнать подробнее о стране, кликните на ее название, бла-бла-бла. Вирус Xmas 3 заразил сотни людей в стране Россия, повысив шанс инфицирования здоровых людей от уже зараженных. Продолжайте развивать свою болезнь. Как видите, проблема в том, что за пределы этой страны он не выходит. Все пути передвижения закрыты.
Окей. Так, мне бы только заразность повысить. Лень. Так, давайте-ка отправим наш... Угу, нам надо это развить. Так, в две новые страны. Зимбабве. А, где еще? X3 заражает людей тысячами! Болезнь X3 заразила тысячи людей в стране России, распространяется все быстрее и быстрее. Поехали, поехали. Будьте счастливы, людишки. Сколько нам? 12 еще. Так, отлично. Все, заказывайте. Угу, понял, вот как это работает. Ага. Okay, give point bubbles can be used to control the spread of your disease. Click the bubble and select a new country to direct the people to travel there and send gifts. В общем, самолеты с подарками, эти пузырьки могут быть использованы для контроля распределения вашей болезни, скажем так. Нажмите на пузырек и выберите новую страну, куда отправится подарок. Как-то так, вкратце. В США! Поехали. Так, а США у нас богатая страна. Группа по борьбе с весельем в России дошла до новой болезни, названную X3. Она делает людей счастливой и представляет угрозу для общества. Другие страны тоже сообщают об этой болезни. Ух, как вы смеете делать нас счастливыми? Так, хочу там, где богато. А где богатые страны? Ладно, допустим, это. Россия начата работа над лекарством. Россия обучает медикам разработать лекарства от болезни X3, но без должного финансирования исследований это уйдет много времени. Так. Людей в стране России переполняет радость. Жители страны России переполнены счастьем, радостью вследствие эпидемии болезни. Смотри, лекарство не разрабатывается. Это понятно. Приятно весьма. Так, то, что мне надо. Да, все счастливы.
Что мы еще можем сделать-то? То есть счастье уменьшает у вас интерес к созданию лекарств. Логично. Угу. Хорошая вещь. Х-3 под санитарным надзором. ВОЗ ведет серьезное наблюдение за мутацией болезни Х-3. Правительство предупреждено, что болезнь может стать неизлечимой. Западная Африка разрешены поездки за границу. Благодаря социальным сетям людям в стране Западная Африка интересно, что происходит в мире, и они убедили правительство снять запрет на поездки за границу. Финляндия становится счастливой страной. Повседневная жизнь в стране Финляндии теперь куда веселее. Некоторые утверждают, что не следует продолжать поиски лекарства Х-3. О, черт, начались разработки лекарства. Так. Стоп, а где это лекарство-то делается? Ладно. Англия лидирует в разработке лекарства. А, вот оно что. Англия посылает медиков в зараженные страны, надеясь ускорить поиск лекарств от болезни Х-3. Щелкайте синие пузырьки лечения, чтобы препятствовать этому поиску. Окей, понял я. Где это Англия? Что мы можем сделать? Вот так мы можем сделать. Вот так мы можем сделать. И вот так. Так, вот это плохо. А, вот, ключевые исследователи. Центральная Европа, Франция, Германия. Нам надо туда. Х-3 мутирует необъяснимым образом. Ученые пытаются понять, что стало причиной внезапной мутации болезни Х-3. ТАСС заявляет, что это замедлило разработку лекарства. Не сильно она замедлила. На 50%, гады. Должна это качать. Так, подождите. Центральная Европа, Испания, Новая Зеландия. Эй! Так как? Мы проигрываем, черт с два. Сюда давай. Вы не запретите счастье во всем мире! Да я вижу, что все фигово. Какие страны лидируют? Новая Зеландия, Япония, Испания. Так, где это Зеландия? Япония. А, вот она, Зеландия. Сюда.
Будьте счастливы, прекратите разработку лекарства. Япония, Новая Зеландия, Южная Африка. Сейчас начнется. Так, что мы можем сделать. Есть еще не зараженные страны, Филиппины. Вижу. Все страны в мире заражены этой болезнью. Блин, что мы можем еще сделать? Уже мало что. Мы проигрываем. Счастье. Нужда. Мадагаскар, Индонезия, Египет. Так, где Египет? Как бы мне. Так, вот это. Индонезия. Ну, блин, мы проигрываем. Индонезия. Где Индонезия вообще находится? А, все, заражены. Зимбабве надо было. Ну, я в Центральную Африку благо направил. Черт! 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 Так, Зимбабве. Нет! Не смейте! Все должны быть счастливы! Нет! 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 Fuck you! Злые правительства выиграли борьбу за счастье. Скоро навсегда искорять болезнь, как смотреть, снова погрузив в мир во тьму и безысходность. Жалко, печально. Давайте еще раз попробуем. Так, только теперь мимикрию вкачаем. Погнали. Еще какие-то читы. Ха, логично. Надо будет пройти. Ну что, с какой страны теперь начнем? Китай?
надо ее особо не распространять. Чего тяжесть теперь опять? Пора заставлять людей открывать возможность передвижения. Счастье тут, я знаю, что тут счастье, баги. Эх, все еще присутствует в этой игре. Страны, все такое. Так, хочу это. Или Китая. Он как-то проглядел этот момент. Не дождетесь своего лекарства. Так, Аргентина, где это? Живите счастливо! Хо-хо-хо! Так, во. То, что мне нужно. Вот это хреново. Так, кто у нас лидирует? Австралия, Норвегия, Франция. Так, вашу мать, а?
Норвегия, Франция. Исландия. Да пошли вы, а! Так, неплохо. Симптомы мутируют. США, Швеция, Канада. Окей, эти страны поехали. Да как вы так быстро завершаете? США, я... Так, Канада, Япония, США. В каком смысле цифровой ангел? А, понял. Как бы быстрее заражается. Кто у нас еще? Япония, Швеция, Испания. Так, где это Швеция, а? Ах, охрененный из меня географ. Швеция. Вот ты где. Так, Испания. Зачем нам снижать уровень счастья, я не понимаю. Куда тебя направить еще? Так, вот это. Отлично. Все, сейчас всех заразим. Где еще мало людей заразилось-то? Вот и все теперь, все счастливы. Дедушка Паша принес счастье в этот чертов мир. Последний здоровый человек на планете недавно заразился болезнью X-MAS-3. Чернерок спас мир! Перед человечеством открывается новое светлое будущее, полное бесконечного веселья. Приятного празднования! Да. Мы смогли. Что ж, прикольный модуль дополнительных сценариев. Мне понравилось. Наверное, стоит еще поиграть в другие сценарии. Но это был особо новогодний выпуск Плагуинка. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте и добавляйте видео с брендом. Также делитесь всем. Ну, с вами был Павел Первый. Удачи, с Новым Годом. Наступивший будет наступающим. Всем пока!